Вот, и на русском сделают. Когда двое русских, то почему не на русском писать? Вы же оба русские. Но теперь ты лагаешь. Ну, хоть немного. Не, сейчас карта прогрузится, но я понял. Здесь очень много укрытий, но они почти все ломаются. Ну и таган 15 секунд. Как там прыгнул? Да, ага, ну смысл я могу. Что, он умер у тебя? Да? Куда успел? Scouts ready. Где здесь стена аж была? Thank you.
Ну как маневра? Return the greeting in time to chapter. Go ahead.
Пушка! Да, я он своего. Он просто снайп скил. Парень, перемирие! Перемирие! Пиши это в час. Залетел, твоих убив.
Вот у меня выстрел. У меня вовремя я. The enemy shall be
Это было
Господи, этого парня медаль давать надо. Сколько дредноутов и терминаторов перебил? Да. Он сквозь стену стреляет. Это мель-то, она сквозь что угодно стреляет. Ну, правда? Ну это ж, я не знаю, как объяснить по-другому. Это оружие очень крутое. Это то, что именно объединяет, сравнивает человечество с самыми развитыми ксеносами. А, значит, я также мог сквозь стены мельтить себе, да? Ну да, только вот бетонную, вернее, стальную стену, несколько метровую, она не пробивает. А тогда как ты? Кроме того, стоит учитывать, что мельт серьезно ослабляется после того, как использовать такой трюк. Ну то есть, выстрел мельта ослабляется. Нужно не 2-3 удара, чтобы убить противника, а штук 8. Ну, ты тогда свою технику можешь не потерять. Он своим авиаударом нанес тебе хотя бы что? Ну да, ты убил одного человека. И я. У меня вообще промыляется. Сидит. А, нет, скаут. Ну я не понимаю, кто это мельта блок пробивает эти танки, то нет. Ничего. А капитан вообще слаба. Че, только одного смог убить. Там где-то кого-то. Ну, с этим чубником. Ну, либо ты просто сейчас легко играешь. Ну да, будешь. Плазменный пистолет не такой уж и крутой, да? Да. Стреляет еще с любого. Ты большой. Вон прям лежит. Зелененькая кучка. Твой парень сдался, он все потратил уже, все списочки. Все потратил. Да, я подбил, у меня. Я лишь один на карте остался, и то мы
дебилы сырятся. Можешь 50-50 еще? Мне еще 55 лос надо до хорошей техники. Моя задача хотя бы одну точку оставить себе. Вот, ребят, дротаки, пошли вперед! Давай, людей копись. Хотя бы там нормально. Да, вот надо. Я пытаюсь поедет, где твой дыр? Еще один шагает. Че ж мы мажем-то как сучки? И что тебя останавливает? Ящик с патронами. Ты помнишь, хрен знает сколько метровый танк? Да. Его можно остановить колючая проволока. Ага. Это понятно. Вряд ли поехал на дрогах с мультимельтой. Да, я не заметил, я думал, у него пулемёт. Всё, побег! Бежим остатками войск. Да, челика последних оставь. Ялик, беги, я плачу здесь. Я прям. Прошло по касательной, всего лишь подожгло. Он нау. Он вышел и все. Жалко, да. У меня два солдата остались, убегают. Вот такие вот у тебя тиммейты нервные, уж извиняй. Он мне пишет, типа, я буду делить только 2-2. Нервные нынче люди пошли, нервные. Да. Ну я-то, я в танке переиграл, так что я вообще не бомблю. Ну я играл еще в то время, когда... Я вижу, как твой друг, ну, там стоит. Ну чё, сдаешься? А что мне делать? У меня даже нечем тебя уничтожить. Так и скажи прям, сдаюсь. Ну дай последний очки потрачу. То, что сейвс. О, хотя бы одни попадание есть. А что у него наш ромовик человек? Как он может раниться? Как раниться? Прыгать может. Ну как раниться будет? Там кнопка есть сверху справа, ну вот самое, меню внизу справа. Теперь он может взять. Вонешь. Где штука справа? А. Destination confirmed. Reading you clear and true.
Ну прикольно. Только он сам себя убил. Может, это так. Нокаут. Ну прикольный диверсант, хороший, может быть. И броня нормально будет. Подарок. Подарок. Едет. Yes. Невидимка. Но умеешь танки. Все, можешь заканчивать, ничего без. А нет. Хотя он даже ничего не сможет сделать, да. Все, можешь заканчивать, все равно можно. Даже этот. Нет, да солдат не сделал. Он может кинуть орбитальную гранату. А не, не украли пистолет! Засада! Что это пистолет? Грави пистолет, сейчас так убьешь меня! Раздавлю, сволочь! И как я тебя убью? Грави пистолет! Да, оказывается, не дерьмо.